Итак, приветствую всех. Сегодня запишу короткий ролик по математике. Правда, он получится сумбурный, я это уже чувствую. Ну ладно. Так. Значит, если коротко, так. Вот номер по порядку. Там 1, 2, 3, 4, до 12. И доберем их факториалы. Дальше. Здесь оставим единицы. Это как бы числовой ряд. 1, 2, 1, 3, 1, 8. Но мы, если с числителями, то понятно, как мы этот ряд составили, то со знаменателями так. Это произведение двух факториалов. То есть 144 это 24, не произведение, сумма двух факториалов. 840 это 120, 720, ну и так далее. В общем, получаем этот ряд. И если мы его просто суммируем, то получается единица. Ну, не получается, получается. Таких рядов, которые получаются единицы, много. Вот я внизу их. Один написал там этот знаменитый ряд, это 1, 2, 1, 4, 1, 8. Если его просуммировать, он дает единицу. Но здесь без единицы, без первого этого члена. Но если его сделать значочередующим, то получится 1 третья. Ну, точно так же мы здесь знакочередующуюся сумму пробиваем и получаем 0, 2, 6 туда, сюда. Она равняется e минус 2 делить на e. Или, ну да, интеграл от этой функции на отрезке от 0 до 1. Ну, вроде так ничего такого нет, но если вот это значение сейчас забьем, скопируем и забьем в этом в интернете, то здесь оно выскакивает. Вот раз значение, там другие значения, они выскакивают. Я их все просмотрел. Здесь я, вот иранский сайт, канадский, английский, там есть на, в, не, короче, работы немецкие, французские, иранские, английских работах встречается это число. Если в иранских посмотри, сейчас мы посмотрим. Во. И это такое-то значение. Ир, Иран. То есть мы сейчас F3 набираем. Ничего мы здесь не набираем. В общем, короче, сейчас поищем его. Постоянно какие-то проблемы. Я эту работу скачал у него. Это сейчас скопируем, переведем. Так. Вот он их перевод. В этой статье дается новый метод вычисления определенного интеграла. Этот метод получает общий диаметр с помощью произвольных определенный момент. Понятно. То, что ничего не понятно. Так, ладно. А ну-ка я посмотрим. А, это французские работы. Вот оно, это число. А это что? А, вот оно, это иранская работа. Сейчас посмотрим. F3. А, вот оно, два раза она встречается тут.
Так, в этом примере интеграл, дефинита интеграл, интеграл предел, ну да, значение такое-то. Смотри, результат таблицы 2, вот оно. Короче, ну это работа иранских этих математиков. Это, кажется, французских или канадских. Скорее всего, канадских. Ну, не будем каждую статью сейчас переводить. У них тоже это, скорее всего, они одно и то же считают. Ну, короче, это число, вот это, которое они считают. Это знакочередующий ряд, сумма знакочередующего ряда, вот этого, который получается из факториалов, из суммы факториалов. Ну вот, в принципе, и все. Больше так ничего такого нету. Но единственное, хочу добавить только... что? И да, что могу добавить там? Ну, ну, по аналогии с этими. Вот есть этот ряды Макларена являются частным случаем рядов Тейлора. Ну, по аналогии с этим. Вот таких рядов, которые дают в сумме единицу. Вот такой. Там такой, еще там их можно поискать по учебникам, по справочникам, по энциклопедиям, но найти еще несколько, что их много. А частный случай, именно вот этот ряд, я назвал в честь себя. Мой ряд, как хочу, так и называю. Так он и называется. Ряд в честь меня. Так, ладно, все. Вот и все. Короче, это число разлагается на знакочередующую сумму вот этого ряда. Так, все. До следующих встреч.